Мы лишь временно отключаем башню. Вам нужно снять каждую линзу отдельно. Осторожно откройте защитный корпус. Внимание! Обнаружено энергетическое загрязнение. Нарушать производство аргент-энергии не обязательно. Обнаружен прорыв демонов. Прекратите! Без фильтров использовать энергию ада невозможно! Внимание! Обнаружено энергетическое загрязнение.
не представляете, насколько ценно то, что вы разрушаете. Это идеальный и неисчерпаемый источник энергии. Человечеству мы продолжали исследования. Мы уравновешивали адскую энергию нашим знанием. Мы сделали ее полезной и безопасной. Мы преодолели глобальный энергетический кризис. Вы не можете так поступить.
Помните, 12-й совет девятерых следит за вами. Если вы хотите остановить производство энергии, вам достаточно уничтожить этот последний фильтр. И агент энергии в Солнечной системе больше не будет. Мы вернемся к тому, с чего начинали. Оливия еще жива. Я засек ее в аргент-башне. Она сняла один из аккумуляторов в основании башни. Он обладает уникальной энергетической сигнатурой, которую можно отследить. Что ж, так значит, ничего не поделать. Основные точки доступа к башне уничтожены при взрыве. Трубопровод поврежден, но еще функционирует. В служебном ангаре есть прыжковые ботинки. С их помощью можно преодолеть трубопровод. Небезопасный уровень динамического присутствия. Начинается блокировка. Демоническое присутствие ликвидировано. Блокировка снята. Аргент-башня или аргент-индуктор была построена в 2127 году.
агент Энергия. Займитесь благим делом.
несет аргент-аккумулятор. С его помощью она попробует вручную открыть портал в ад. Хотя аргент-башня не работает, связь с их измерением еще существует. Мы в огромной опасности, доктор Хайден. Здравствуйте и добро пожаловать в ОАК, где расположена патентованная система фильтрации аргент-энергии, разработанная доктором Аниви Нильс. Мы — единственная корпорация, владеющая этой энергией. Мы способны преобразовывать чистую энергию ада в управляемую аргент-энергию. Получаемая энергия питает этот комплекс, а аргент-башня передает ее по всей Солнечной системе, позволяя всем обитателям Земли и близлежащим колониям продуктивной жизни. Но you